На самом деле базилик – это очень разнообразная культура, и он бывает самый-самый разный по вкусу, по запаху и по внешнему виду. Здесь у нас посеян самый разный. Это традиционный фиолетовый джигит с очень выраженным таким гвоздичным ароматом базилика подойдет отлично для мяса. А вот этот вот светлый с такими красивыми цветоносами, они совсем такие зелененькие и маленькие – это лимонный аромат. Он на самом деле очень выраженно пахнет мелиссой и лимоном, примешанным вместе с базиликом. Вот этот базилик, фиолетовый джигит, у него фиолетовые стебли, но при этом зеленые листья. У него тоже насыщенный гвоздичный аромат. Вот это базилик Шанхай. У него необычный внешний вид, достаточно мелкие, продолговатые, длинные листья. Он обладает классическим ароматом базилика. И есть здесь даже очень необычный один небольшой кустик, вот такого мелколистого базилика. Это комнатное растение, его можно выращивать как многолетнюю культуру.